В преддверии Дня Победы в Ульяновске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Всероссийского общественного движения совместно с Министерством образования и сотрудниками ГИБДД поздравили ульяновцев с наступающим праздником. Георгиевскую ленточку вручают водителям транспортных средств как символ памяти о героях Великой Отечественной войны. Водитель очень положительно относится к проведению данной акции. Даже спрашивают дополнительно георгиевские ленточки для своих родственников. Вместе с георгиевской ленточкой каждому водителю вручают особую памятку, где описана история возникновения ленты и значение цветовой гаммы. Водители не скрывают радости и от приятного исхода после остановки их машин с сотрудниками ГИБДД. Потому что наши деды и наши отцы за это воевали. Это надо ценить и нам, и нашим детям. Организаторы акции уверены, что именно символ георгиевской ленточки привносит общность и единство с народом, с жителями Ульяновской области. Акция продлится до 9 мая в районах города. Любой желающий может подойти к волонтерам и принять в ней участие. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.